волокна. Я подвисаю, будто меч домокла. Я здесь, чтобы ты мокла. Я здесь, чтобы ты мокла. Я не даю тебе гореть, а мог быть твой фиолетовый. Этой команде я доверяю всецело, и я уверен, что они меня поймают, да. Ну а так, конечно, такая консистенция этой работы, которую мы вот проделали, очень тяжелые работы, и вообще, я честно, внутри какой-то пустой сейчас, да, то есть даже, я не знаю, как-то эмоций, что ли, не осталось. На самом деле очень тяжело. Каждое чемпионство, наверное, отдельная история, но в этом году лично для меня складывался очень тяжелый плей-офф и этот финал, поэтому действительно можно сказать, что команда вытащила и для меня, и для всех этот титул, поэтому им огромное спасибо. Горжусь всеми парнями, всем тренерским штабом, руководством, администраторами. Это общая победа, эмоции только прекрасно, невероятно, опять были слезы небольшие. Вот, безумно рад, конечно же. Хэштег дальше больше, надеюсь. Вот, будем развиваться, дальше работать и стараться еще побеждать. Естественно, эйфория. К этому как бы шли, работали. Только положительная, только радость, эйфория. Парни все свои, все друг друга поддерживаем, большая семья, все отлично. То есть очень классная атмосфера. Классно, рады, что подтвердили это звание, потому что все знают, что подтвердить сложнее, чем завоевать. Поэтому мы счастливы, показывали хорошую игру на протяжении всего сезона. Я считаю, по праву заслужили эту победу. Это ФЕРСТ! Отлично, это шедевр. Ну, это было классно. Это ребята просто работали этот сезон. Не было просто, но я думаю, мы показали, мы самая лучшая команда из России. Пойдем пить! Давай! В этих городах мы могли бы стать выше домов. Выходи, идем, дышать огнем. Все вокруг горит. Эти города. Всем привет! Я Артем Вольвич, а это Александр Сенечный. Кубок-то почему не стал сам поднимать? У нас как-то по этому сезону пошли какие-то традиции все новенькие. И в этот раз решили почему-то отдать эту, так сказать, не знаю, не честь, а... Что-то честь? Ну, честь, ладно. Чтобы Чанчиков поднялся за Джонни. Вот они прям очень так растрогались, и мы решили, что это будет отлично. Блин, я растерялся вообще. Я не знал, как праздновать чемпионство. Я спрашивал, что надо делать вообще. Ну, круто, спасибо, блин, Зениту, парням за такие эмоции вообще за весь этот сезон.
Я и слезу пустил, и порадовался. Это 100% семья. Это 100% семья. Все, кто там за камерами, вам тоже спасибо. Все операторы, вы тоже там. I can't think right now because it's an amazing finish, and I realize that some of these guys that I play with for 3 seasons here maybe are going to change for the next season, and it's pretty emotional because I love this team and all of these guys, and I'm so happy that we could finish with a victory, but I'm really going to miss a lot of these guys, and it's special. It really feels like a family. Congratulations to everybody in the club, because this club is really special. We formed and cultivated a family feeling, and it really is there. You can see with all of the emotions and the support from everybody. It's special. То, что мы стали ближе, это факт. То, что мы стали более друг друга, наверное, чувствовать и понимать вообще не то, что с полуслова, а с полбуквы, я думаю, тоже есть. Поэтому какие-то такие нюансы, но их много, их огромное количество. Болельщиков много, за что им огромное спасибо нашим фан-сектору, особенно первому темпу. Эти ребята просто, они сами все знают. Лишний раз просто хочу сказать, что все болельщики, которые были сегодня на стадионе, я думаю, получили удовольствие от игры обеих команд. Самое главное в волейболе и спорте – это команда. Вот что и сегодня, и по ходу сезона мы показывали, доказывали. И надеюсь, что и дальше будет не «Зенит Казань», а именно «Зенит Семья». Это очень ценно. Я уже отмечал, что болельщики – это наш 7-й игрок. И в Казани, и здесь они всегда с нами, всегда поддерживают. И большая заслуга им, то, что они сюда приехали, это нам дополнительные эмоции дает. И что в Казани такой перформанс выдали. Поэтому огромное спасибо, они нас слушают. Выбери меня. Выбери меня. Выбери меня. Champions.